Меньше чем через 10 дней по всей стране распахнут свои двери около 97 тысяч избирательных участков. 1700 из них в Алтайском крае. В дни выборов президента с 15 по 17 марта на них ждут активный поток избирателей. Подготовка к выборам началась задолго, а сейчас уже начали голосовать жители труднодоступных населенных пунктов. Так свои голоса отдали 34 избирателя из села Усть-Чирыш Усть-Пристанского района края. Дружно избиратели пришли на досрочное голосование и еще и согрели своим теплом наших членов участковой избирательной комиссии, которые с таким трудом добирались до удаленного поселка. На следующей неделе участковые комиссии прибудут с визитом еще в два отдаленных поселка – Кедровку в Ельцовском районе и Тегерек в Краснощековском. У остальных избирателей края голосовать досрочно права нет. Зато в официальные дни выборов есть возможность подарить свой голос удаленно. Но предварительно нужно подать заявление, что и сделали уже 230 тысяч человек или 13% от общего числа избирателей края. До 11 марта 2024 года идет срок подачи заявлений на дистанционное электронное голосование, а заявление подавать обязательно, если избиратель желает выбрать такую форму, потому что дистанционное электронное голосование идет с помощью федеральной информационной платформы единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг. И все же, отмечают в избиркоме, большинство в нашем крае предпочитают голосовать традиционно, посетив лично избирательный участок. Но не все смогут проголосовать по месту прописки. Так, около 10 тысяч жителей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». Он позволяет выбрать удобный участок по месту фактического нахождения. Опять же, требуется подать заявление. Через избирательные комиссии, многофункциональный центр и в цифровом режиме через единый портал госуслуг. 7 марта для участковых избирательных комиссий завершается большой этап работы – подомовой обход. Сотрудники УИКов информировали жителей о днях проведения выборов и возможных способах голосования, а также сверяли списки избирателей. К таковым в Алтайском крае относится порядка 1 770 000 человек. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком.